Прибрежная часть Меретинской низменности – передовой фронт работ для сочинских коммунальщиков. Но важны не только чистота и порядок. Есть к чему присмотреться и местным арендаторам. Весь этот участок ваш, который, он, во-первых, весь высох, то есть без всякого ухода. Во-вторых, вот эти киоски, которые набросаны, они даже эти киоски поразобранные, поразболившиеся. Заброшенные объекты торговли, строительный мусор, сваленный рядом с тротуаром, неухоженные дорожки и автобусные остановки – это лишь то немногое, что сразу бросается в глаза. А эта территория принадлежит горному курорту «Роза Хутор». Там, где должен был быть лишь бесплатный туалет, за забором разрослась целая хозяйственная зона, где живут и питаются сотрудники пляжа, складируются различные снаряжения и оборудование. И порядок там, судя по всему, не наводили давно. Нарушены все требования, как санитарные, то есть полная антисанитария, так и пожарные и меры безопасности, и, конечно, не годится. Для «Роза Хутор», которая сегодня, скажем, имеет огромные возможности на территории города Сочи, огромные у них финансовые возможности, и в таком состоянии содержать. Жаркое лето нанесло серьезный урон и меретинским газонам. Высохшую траву уже не назовешь зеленым украшением этой территории. Не спасает даже регулярный полив. Ежедневно будем осуществлять контроль, проверять уровень воды в почве, насыщенность, гигроскопичность. Но в мэрии готовы не только критиковать, но и показать, как нужно наводить порядок. В Олимпийском парке силами муниципалитета планируют провести несколько субботников.